потребление. Итак, ребятки, мы сегодня приехали кататься на детскую железную дорогу. Пойдемте. Ребяточки, мы зашли уже в вагончик, мы сегодня находимся в городе Кошице, и в этот осенний субботний день мы поехали покататься на детской железной дороге у нас в Кошице. Так что приглашаем вас покататься с нами. Итак, мы сейчас находимся за городом. Наша железная дорога была построена в 1955 году. Она находится, едет вдоль такого каньона, мы вам его покажем. Каньон называется Черный. Смотрите, мы купили листочки, и сейчас у нас будут кондукторы проверять. Ребяточки, на тронут. Поехали. Osobný vlak do stanice Alpinka je pripravený na odchod na koreji číslo 1. Я вас не так
Итак, мы едем дальше. Следующая станция. Пока-пока. Маречек.
вот такую красивую книжку про паровозики. Посмотрите, мы ее смотрим. Да, зайка? Смотри. Вот смотри, какой паровозик, да? Сейчас будут проверять билетики. Билетики у Марочки. Опа, поправить. Поправить? Ребятки, спасибо, что вы сегодня покатались с нами на паровозике. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!